У нас ее Юравон, Салем Достар, всем привет. Так как меня благополучно задолбали заявками по Project X, да, благополучно задолбали, почему? Потому что, как бы, я сказала, что я посмотрю, но мне все равно пишут и повторяют одни и те же люди, причем, ладно. Неважно, никого не забанила еще пока, и слава богу. Шоу длинное, очень длинное, поэтому мне очень тяжело снимать. Не ждите, что я буду снимать их там раз в неделю. Я снимаю сразу за день, поэтому мне очень сложно. Снимаю в одной позе, не двигаюсь фактически и смотрю в экран постоянно. Периодически я смотрю, конечно, на камеру, потому что если я буду смотреть только в экран, мне кажется, меня парализует, потому что остеохондроз никто не девал. Это моя профессиональная болезнь, и я не могу в одной позе сидеть постоянно. Мне приходится хотя бы поворачивать голову, чтобы разминать шею. Плюс еще хочется кушать, пить, там, не знаю, сходить по нужде. Да, в общем, вы меня поняли. Я надеюсь, вы меня услышали. Не надо долбить меня заявками. Делаю первый эпизод сегодня. Все, 25 минут. Көрермендер проект X-тен не күтеді. Я так понимаю, штабы местные, поэтому придется озвучивать топ құрлу, новую группу. Негізгі 91 тобының зарождение новой группы жүйесінен құрлатын топ. Бұл қандай процесстен циклон алғашқы рет олар өз көзімен көріп болады. Зрители станут зрителями этих событий. Поехали. Так, напомню, у меня шоу Медомани. 13 тысяч рэперов пришли на шоу на телеканале МНЕТ. Свэк. Точно, блин, прям вообще шоу Медомани. Меньше она топ-то была. Так, не трясись. Я буду в новой группе, ты уверен? Я тебя даже не знаю. Ладно, посмотрим. Там такой чувак был похож на Пало Альто. Корейские рэперы. Да, кстати, очень похоже на отбор на шоу Медомани. Ну, я тут понимаю, тут и вокалисты будут, и рэперы. А там только рэперы. Окей. То, что я сейчас увидела, да? Где что-то там уже в комментах написали. Хотите, чтобы она умерла от ведущего? Это значит, что я знаю, кто ведущий. Надеюсь, его здесь будет очень мало. Ведущих обычно мало. Хороший проект, окей, давайте ждем. Замутим хороший проект. Жоба құрастыру керек. Лайф форматта жүру керек ішіміз. Форматте лайф. Кастинг мәселесі қалай болып отыр? Сіз кастинг туралы айтқаннан кейін бізге 2000-нан астам өтініш келді. Қуанарлық жағдай. Жалпы енді біз қазір сол өтінімдерді қарап шығып, 400-дей қатысушыны офлайн кастингке таңдап алуымыз қажет. А группа из скольки вообще человек, кстати, состоит? Да, Минкидес туда, барлығы жыртам. Как шоу Медомани, блин, даже такие же локации, ну, в смысле, отбирают в таком месте, где люди могут сидеть. Это кастинг самый масштабный, могу сказать, для себя, который я проходил по кастингу. Адреналин сында, вот. Егін сұрауытқа толықты дайын. Даусын кішкене, как бы, cracked. Арғалай, не болатын, әлі білмейміз. Что такое cracked? Не знаю. Какой такой голос cracked? Бізде бір мәселе болып тұр. Яғни тұрмыстық жағдайына байланысты Алматы қаласына келе алмайтын қатысушылар бар. Соларға не істесек болады? Бұнда проблема алдында да болды ғой. Бұл жилье. Қазір бізге бір дұрыс шешім қабылдау керек. Иногородний. Кімдегім расы жағдайы жоқ. Және де нақты жаңа 400 адамға келетін балаларды. Эрболат аға. Господи. Как бы дислокацию немножко поменять, иначе я помру. В такой позе 25 минут. Кью-поп формат. Учитывая, что я уже отсняла до этого 25 заявок ваших. Просьба молодого поколения. Сонда қазір мен топ ретінде тек қана көре аламын. Как команду. Бұл жерде кюпоптың негізгі құндылықтары деп айтуға болады. Жүйе мәселесі бар. Мы смотрим все это в данном проекте. Харги, бізге ән керек. 10 песен нужны. Вау. Варианты керек, соның ішін таңдап аламыз. Окей. Выберем среди них. А для чего песни? Домой достроен,
Но я в нем один, хлопнула дверь за спиной. На Димаша? Да, точно, отбор как... Отбор как Show Me The Money. Реально, он как продюсер. Только ему не читают, а поют. Система, да, классная. Я люблю такие отборы. Show Me The Money — это крутые. Еще цепочка когда дает. С нами девки. Кто смотрел Show Me The Money, ставьте лайк. С нами девки. Блин, ты че? С нами девки. Ты че? Давай соберись. С нами девки как Меган, это дикий флоу. И я негр, я кручу педали, будто велодерби. И я безработный, но я в новых кедах. Меня не парит парень, как ты мутишь хасл. Ведь мы сами крутим каждый день на карсны. Извини. Тагилатон на куште миллиграмм, жерметр, дымсовоцин, миллиграмм. И бифатрахто, орни, миссив, и вам сила, и пан, орд, китан, умер, припитан. Алар сороб алдана башанын демин татсаң да алар сороб. Аллилуйя. Меня задолбали эти базары по мелочи. У кого какой там кошелек, машина и девочки. Ирбала такой, типа что? Пока ты палишь карту своему в карман, он считает, сколько вывезет за счет твоей рекламы. Это полный бред. За 20 гребаных лет ты насмотрелся, как решает проблемы за кэш. Мне нравится такая система отбора, да, это прикольно. Потому что я обожаю Show Me The Money такую систему. И когда ее убрали в каком-то сезоне, было так: в смысле, где отбор? В смысле, это же самое прикольное. Там такие таланты иногда промелькивают, которых, кстати, не берут потом, но они промелькивают. Это круто. Наша любовь не подвластна законам. Don't worry now, can I dress you up tonight? If it's hard or so tight, the way I did before. Маленький ребеночек тоже пришел. I overshine, I don't know you love the game. Любовь так выиграет. Точно. Можно вытащить голос? Ну, давайте попробуем. Қоштасқан жерден алыстай бер. Выбрал эту песню такую. Если ты такую песню выбираешь, то у тебя должен быть офигенный гол. Ну давай, пожму руку, конечно, но ну, все. Пока. Айқастырма кірпіктеріңді артқа таста бар күдіктеріңді сәрок пен мұңды төгіп теріңді бола шаған баянда болады бұл сөнімді арманыңа тұра-тұра тұрасамға сенің бұстыртауың әлі-әлі алда жеңіс жетелейд ұшар бүйікке себебі сені кетпес ішке күйікке әр-әр қатамыңа басқан. Да. Көбінесе байқағаным қазақша рэп именно. Сол бұрынғы 2010 года где-то остался казахский рэп. 2010 жылы мен қандай рэп естідім қазақша. Такой же рэп слышал на кастинге. Сондай рэп естідім мысалы. Өңімдесің түсімде, жадымдасың есімде, сырым сенсің. Окей. Ай, сенің мүдірген көзің, айтаман жүрегіме жетаман сөзің, армандаған келеді, онда мен тыңда, жүрегімесің да, әнді ақында бау, сенің сөзің құпырайды дау, ешкім сандырмайды, ау деп, қарайды, кипіп бізде дамыда, шықын кесе дауға, шашты байыз арқа, жоқ, керек емес. Жоқ, да. И у него есть вообще фло. Просто молодец. Такой неожиданность. Я думал, сейчас будет так, типа, у меня что-то не пройдет или что-то не то сделаю. Он такой собрался, такой, давай. Молодец, там, молодец. Бянезге, сетлик. Пускиче. Сетлик. Ты Яшка. У меня аж мурашки прошли. Его возьмут, да? Точно. Ну да, потому что у него колысочек. Follow my lead. Но голос не красивый, конечно. Не знаю, как там Мирбалат отреагирует. Нет, не взял. Так. Окей.
Я надеюсь, здесь не будет таких отморозков, как в Шурминовании иногда приходят, которые там штаны снимают, еще какой-нибудь фигней занимаются. И все адекватные. Пытается читать как Зак. Похож голос на Зака. И чистка. Я не знаю, хорошо ли это, конечно. Четырнадцать лет. Я посмотрю, что это маленькое чудо тут покажет. Мама, папа тебя тоже любят? Давай это. Держись. Давай, let's go. Сколько тебе лет? 14. Держи тогда. Плата гадко мило улыбается. Давай, вперед, давай. Давай, давай. Файтинг. Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on, that beautiful mind? I'm on your magical mystery line, and I'm so dizzy. Don't know what hit me, but I'll be alright. Ты, наверное, слишком маленький для этого шоу. Где ты живешь? Караганда сынба, мэн, чили сынки сынба. Он тюрьте сынба. Резерв. Я резервку жазасал. Ау, мені болама? Жоқ, мені болмайды. Он не может потерять такого таланта. Малыш. Он не понял, что произошло даже. Демон, маған резерв деді, бірақ мен өлі айтқанда қатты қобалжыдым. It's been a long day without you, my friend. Oh, I tell you all about it when I see you again. We've come a long way. Топ, қазақша айтшы. Давай голос классный у него. Микрофон. Часто не считаю. 21-десен ба? 21. Над лицом только нужно поработать. Чистку провести, но... Голос классный вообще. Я поплыла. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. Смотрит в пол, поэтому... Сезимін өзімнің өң сияқты бәрі біз кетіреліп қалды көп жақпадым жоқ және тарихты іздеп тұшты бұзбалым жағаласып мен ау сенде өміріміз жан толасы тек. Ухоженный очень. Голос классный. Hold me on the mellow. I'm seeing a pain, seeing a pleasure. Nobody for you, better for me, better for us, better together. Молодец. I've thrown my hands in the air, it's showing something. He said, if you dare, come and land closer. Таланты все. Сердечный приступ не схлопотал. Ребенок. Не могут передать свою радость словами. Запинается. Простите.
Тез маған кел, де, терезені терезеті бірді белі-белі бер, деп мені берде, сені бейінеді көл жартылып қалды. Үткен ол жеті сенің әдемі көленке тұрып қалды, қалды, ендігі батылым жетсе болды. Гвозди забивает. Молодец. Забавный. Бұл махаббат хикая, оған керек смағына. Алыста жүрсем де мен жүремін сені сағына. Қалтамда түкте болмаса да сен мен үшін қазына. Жаным бері жақындашы менің қасыма. Менің ойым махаббат, сенің ойың сатына. Өкпелеп жүресің тағы жүрегімді секина. Саған керек болмасам бар әлемімді тәрін. Бірақ алыста кетсең жүрегім сені шақырат. Бұл әлемді сенсіз қайтем. Дұрыс жолды таңдасам да бәрі қате. То есть у него готовая песня есть рэп однозначно. Жанна, да. То есть он не просто сам фристайлил, он прям под музыку, которую он уже сам создал в голове своей, либо уже создал прям. Крутой. Сенің жылуыңды touch my neck and I'll touch yours you and those little hot wasted shores. Я не прошел во второй тур, потому что только начал. Ну так давай, ребенок, развивайся. Тоже слабенько. I'll be walking in the same way as I did. Missing all the crowded apartment. For all the time that you're in my parade. And all the claps you're getting using my... Мен алтын адам, қолымда сық қиналар. Бір кетіп қалмандар, мен досым болмасыңдар. Ұят болмас қыздар маң қарап қызып қалады. Мен белесем қара жорға, менің атым жана қазақ. Еп, ал енді құрметті достар, мұн аузаматқа көрсетейік ұспан. Ол досмен келіп көп сөйлетті сүмбейді, мені флоу жорға қайын репит. Қанаға танырылмаған дықтарыңыздан біз шен берге шықтық. Жирма тут лежит, баланс топала дар. Жалды мал пятер, триптен алган асер, кайта ламба сатер, умерм сиклы иртиклы. Жалды. Естелікке байма, кымбата салдастарда жир. Чё, ты смотрелся только что? Қазіргі таңда мен... На данный момент я не могу сказать, что я кого-то разглядел. Бұл тек қана... Это только первый шаг. У меня есть один конкурент, это я. Я должен победить себя. Да, ты крутой, да. Молодец. Эй, сен маған қыра, ішкі әлем сен толы мұнға. Мені кетірегім шексіз таралуда. Есті адам бар ма? Бар ма мұнда? Қайсы дұрыс, қайсы бұрыс. Бұр сөзің менің мың қылыш. Қайт келет күдіге бір дыбыз. Өткені менде шексіз бір жылдыз. 50 на 50. Давай. Ау сен жанында бұл жайғына алаң. Как улыбается. Он смотрит так на них иногда, когда ждет поддержки и не знает, что точно сделать. Блин, сейчас зашумит, наверное, все. Микрофон. Так, чуть-чуть. Ой, блин. Сместиться я не могу уже сидеть, честно, я уже очень устала. Время 12, снимаюсь с 9. Уайым кештім, менде саған тілемес бақыт ешкім. Аяулым, сүй алмас менде ешкім. Соңымнан жүрсің көлеңкемде. Сенің маған махаббатың бара-бара. Жасын ешеде? 18. Үшінші турға өткенмен қуаныштымын. Я рад, что пошел на третий тур, что это сказать. Как это сказать? Не могу сдержать свои эмоции. Мен дейсінде мен көбейтілі бересінде, жерен берем кеңесінде, белесінде, келесі, келесіге қалдыр. Ау, тоқтамай көз деген бағыттан, біз алды басқалар хаутта. Жіберген тоқым бір қалыпта, жеренге сер беріп қалыпқа. Кемдегіні төменемі көтерілі, 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 көтерілі,
Блин, отборный шоу Мидомани прям один в один. Рахмет. Я отсюда. И через года улыбка твоя согреет. Что? Isn't she precious? Рахмет. Я также могу спеть. Я никогда голос не ставила. Сенде маған бір сырың түк. Стоп, ағылшын шайчы. When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened. Голос красивый. Эй, жалғызды қина... Жалғызды қинайды мені, ол түсініксіз сезім түсін... Билсам. Жалғызды қинайды мені... Нервы. Я не знал, что такое счастье, пока не встретился с тобою. Ты вошла в мою жизнь внезапно, и я потерял контроль. Жақсы. Ағылшын шайчы. You and me, we maybe wild. Жақсы, рахмет. Отбор негізінде... Если честно, с творческой стороны половина отбора проходит нечестно. Почему? Мне кажется, все честно. Слабый аншлирует варжатер. Мен өзім музыкальный дух. Обучался на музыкальном и не понимаю, и понимаю по вокалу, поэтому, на мой взгляд, проходит несправедливо. Өз қарасын бойынша, сәл әділді емес өтіп жатыр. Алдыңа келіп қалды Рауан деген фан-бой. Фан-бой болып жүргенімді хейтер көре алмайды ғой. Иглс деген фан-клубқа ресми түрде қабылданым. Иглс фан-клуб? Что ты там зачитал такое, а? Татикоға батсам, қыздар келіп аламынна байлар қорқақ болсаң. Менен кәрі болсаң, қыздарға көп барсаң, бәрі сені тастап кетеді қазақ. Рахмет. 5 минут осталось, я потом немножко передохну, я не могу, потому что уже мне еще монтировать и монтировать целый вагон, а я уже, меня уже парализовало, все затекло. Я не лягу под ноги к тебе никогда. I've been here before. But always had the flaw. I cannot give you everything you know. Блумер, бр. Все, опять нервы. Чудинги. Блин, да. Яу. Каждый рэпер, каждый нигер, кто последний, кто тут лидер, каждый мега МС в клипе с пачкой денежек на принтер, кисы девочки в кадиле, чтоб... Можно еще? Что сделался? Я не прошел из-за языкового барьера. Хотя было написано то, что мне важно, из какой-то страны, не важно, какой-то национальности, не важно, на каком языке ты говоришь, но по итогу, видимо, важно. Бастан бастап мен өзім бір жүйе қалыптастырдым. В смысле, ты ошибся во время исполнения? Как это может быть связано с языковой системой? Я не думаю, что Ербалат... Не думаю, что Ербалат Ага способен подтасовку. Только из-за языкового барьера, из-за языкового... Не такой человек. Он хороший. На самом деле подготовился, но после того, как я заболел, я не успел никак. Это произошло за день, я очень хорошо разговаривал до этого. Бұны маха бати айтпасем, маха бати айтпасем, жарап салдым соңғы демді, сенен қалын соңғы демді. Мен мында қозғаламын ары бері, тіпті музыка болады дәргерім мықты. Менде көк тиын жоқ, бәрі қып-қызыл, сондықтан болады өмірім қып-қызық. Бірақ мендік мақсат іштегі дарын беру, дәл осы сәтте сендерге барын беру. Битовый. Егер де таңдау болатын болса, досым немесе жоба. Если выбор станет между другим проектом, то я выберу друга. Красивый парень.
one, two, three, one, two, three, Drake. The one, two, three, one, two, three, Drake. Необычный голос для такого крошечного малыша. Стоп! Микрофон, бер. Не хвалы в кустимдане? Ага. Маленький. Холм, бер милаем бер. Да дашь ты куда денешься, он хорошо поет. И голос у него тамбровый. Сол осы музыка жолмен жүріп, әнші болу. Мен осы проектпен өз арманыма жетемін. О, какой сладкий котик. Так, тихо. Может, он не пройдет из диапазончик. Эй, Рэйман! Рахмет. Да, в трики тоже приходили. Стоп! Микрофон. Микрофон. Миссия курм мой. Так, это что будет дальше, да, видимо? В следующей серии. Прикольно, слушайте, мне нравится. Классно. Классно. Слава богу, здесь не было Иса. Зашибись. Круто. Все, мне понравился проект. Все, ребята, будем смотреть, значит. Ну, сегодня, может, попозже чуть-чуть. Сейчас я досниму немножечко отдохну, разомну спину, шею. Не знаю, потому что, ну, тяжело время. Час уже почти. Всем спасибо, всем пока.